Есть такое понятие, как суеверие, примета, там, тарелка разбилась к несчастью. Слышал, да? Да. А как вот спастись от этих примет? Ну, с черной кошкой я знаю, например, там, за пуговицу взять. Веришь в приметы? Вообще я не верю в приметы. То есть просто ни разу, может быть, не попадала? Ну, вот я всегда, когда иду в школу, передо мной кошки бегают черные. Со мной ничего не случается. Двойки? Нет. Тройки? Ничего нет. Колы? За косичку, может, кто-нибудь дернул? Вообще ничего не происходило. Приметы есть народные. Черная кошка перебежала дорогу. Бац, плохой день. Зеркало треснуло. Плохое утро. Соль просыпал, поссоримся. Угу. Знаешь приметы какие-нибудь? Нет. Веришь в них? Ну, в одну верю. В какую? Ложка упадет. Ой, то есть вилка упадет, женщина придет. У меня один раз вилка упала, бабушка пришла. У меня раз весь кухонный набор упал. Десятка вилок, ножей, ложек. Ко мне гости пришли в количестве 184 человек. Че, правда? Вот, а в некоторых странах черная кошка перебежала дорогу к счастью, белая перебежала к несчастью. Я однажды увидел кошку, а у меня рукавиц не было, свои забыл, мне дедушка их отдал. Я увидел ее, ах ты, не перебегай, кинул в нее, у меня рука вот так вот сделал, ей вот, не перебегай, махнул, и у меня она уже перебежала, и рукавица спала с руки, к несчастью. Киношкола «Стаханов класс». 3 месяца творческих занятий и съемок настоящего телесериала. Ждем свою команду ребят 15-18 лет до 27 марта. Условия участия по телефону 229-111.